Всех приветствую! Вы на канале Школы вязания с Катериной Мушин. В сегодняшнем видео мы свяжем чудные красивые носочки спицами. Выполняются они на двух спицах, бесшовным способом вязания, с пяткой вот такой треугольной. Треугольная пятка мне очень нравится, она очень получается удобно. Вот так. Итак, вот наше недовязанное полотно. Мы начинаем из половинки нашего полотна. Вот так, набор петель здесь. Вяжем резиночкой. Дальше уплотняем узор для пятки. Я здесь выбрала себе вот узор кольчугу. Дальше выполняем пятку. Пятку можно здесь выполнить любую. Мне именно нравится треугольная пятка. Я ее и воссоздала. Видите, какая она удобная, красивая, изящная. Подбираем дополнительные петельки для нашего подъема. Продолжаем вязать все петли платочным узором, так чтобы было потеплее. И убираем сразу лишние, пока не восстановим то же количество петель, что и набирали. Так мы вяжем все до пальчиков. Значит, в процессе вязания окружность, вот эту окружность, я беру одинаковую для всех размеров. Всего вам даю 3 размера. 36, 38, 40. Окружность одинаковая. Вот это 36 размер. Я сама ношу 39 размер. Ну, по длине мне, конечно, не хватает, но на окружность мне шикарно подходит это же, так как оно все тянется. Не нужно увеличивать окружность, тем более вот это... Наша косичка, она просто натянется больше. Значит, вот это все, включая пятку, мы для всех размеров вяжем одинаково. Вот сюда. Здесь, когда мы получили те же петельки, что и набирали, просто для других размеров вяжите полотно длиннее. Все в сантиметрах в процессе вязания я вам покажу и расскажу. Значит, дальше мы довязываем платочным узором вот до последних 3 петель от длины подошвы в слегка растянутом виде. Это просто реальная длина стопы. Отнимите 2 сантиметра, и у вас будет вот эта длина подошвы в растянутом виде. Последние 3 сантиметра это наши убавки. Вот убавки с одной и другой стороны. Затем обратно, когда мы приступаем к верху стопы, прибавки. Дальше вяжем выбранным узором. Это у меня вот такая косичка. И одновременно вот подхватывая крайние петельки. То есть одновременно получается мы все в процессе вязания вот так же и сшиваем. Вязать я буду из пряжи Ланоса Premier Wool. Значит, у нас здесь 70% шерсти, 30% премиум акрил. 100 грамм в одном моточке, 230 метров. Это одна из моих любимейших пряж. Если нет у вас из Ланоса, любая другая примерно такой же плотности, около 200-250 метров на 100 грамм, вам подходит. Вот плотность вязания я вам сверху пишу. Так, спицами я буду вязать 3,25. Значит, для всех размеров я набираю 23 петли. Не нужно увеличивать окружность. И 36 размер, и у меня 39 размер. На все полностью размеры набираем 23 петельки. Так, набрано 23 петли. Начинаем вязание резинкой 1 на 1. Первый ряд с лицевой стороны. Кромку снимаем. Я начинаю и с одной изнаночной петли. Одна изнаночная, одна лицевая. Одна изнаночная, одна лицевая. Повторяйте, одна изнаночная, одна лицевая. Абсолютно все петельки до конца. Предпоследнюю вяжем изнаночной, кромку вяжем изнаночной петлей. Есть первый ряд. Работу поворачиваем. С изнаночной стороны первую снимаем. Теперь у нас начинается из лицевой. Одна лицевая, одна изнаночная. Лицевая, изнаночная. Итак, повторяем одна лицевая, одна изнаночная до конца ряда. Предпоследняя получается лицевой, кромкой, изнаночной петлей. Вот это второй ряд. Значит, вот эти два ряда резинки 1 на 1 вы повторяете, пока не получаете 8 сантиметров высоты. Так, всего я провязала 26 рядов. Вот 8 сантиметров высоту полотно получила. Так, дальше мы начинаем вязать вот эту часть. Эта часть пяточка. Значит, пяточку я вязала чуть плотнее узором кольчуга. Итак, следующий 27 ряд. Первую петельку снимаем. Все петли выполняем лицевыми. Вот каждую петлю я вяжу лицевой петлей. Итак, все петли лицевыми до конца ряда. Так, предпоследняя лицевая, в конце кромку изнаночной. Следующий 28 ряд с изнаночной стороны.
снять кромку. Значит, теперь вяжем 1 лицевая, нить за вязанием, снять петлю не провязанной. Лицевая, нить за вязанием, снять петлю не провязанной. И так чередуйте. 1 лицевая, 1 снимаем, нить за вязанием. Лицевая, снять петлю. Лицевая, снять петлю. Так мы повторяем до последних 2 петель. Так, получается предпоследняя лицевая, последняя кромка изнаночной. Так, следующий у нас 29 ряд с лицевой стороны. Первую снимаем, остальные вывязываем лицевыми. Вот и те, что у нас сейчас с этой стороны изнаночные получились, да, и те, что мы снимали, мы сейчас все петельки абсолютно провязываем лицевыми петлями и так до конца ряда. Так, предпоследняя лицевая кромку вяжем изнаночной петлей. Работу разворачиваем. Следующий 30 ряд. Первую петлю снимаем. Мы первую провязывали лицевой в предыдущем изнаночном ряду. Теперь мы ее снимаем с нитью за вязанием. А следующую лицевой. То есть наоборот. Нить за вязанием снять петлю, 1 лицевая. Снять петлю нить за вязанием, 1 лицевая. Повторяйте до конца ряда. Так, смотрите, предпоследнюю мы снимаем с нитью за вязанием, а кромку вяжем изнаночной петлей. Это у нас 30 ряд. Работу повернуть. Вот эти 4 ряда, это наш рисунок. Мы их повторяем, чтобы высота была вот здесь 5 сантиметров для пятки. 5 плюс 8 это 13 сантиметров от наборного края. То есть снова я с лицевой стороны, все петельки лицевыми. С изнаночной через одну. Одну провязываем лицевой, а одну снимаем. Значит, с первого получается у нас с 27 по 30 ряды мы повторяем. Так, всего здесь я провязала 28 рядов. Вот это 5 сантиметров и 13 сантиметров от наборного края всего получается у меня. Так. Значит, дальше мы вяжем саму вот эту пяточку. Пяточку будем выполнять треугольную. Я отмечаю центральную петлю. 23 минус 1 разделить на 2, это по 11 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Вот это центральная петелька. Вот так я протяжку под нее. Так, центральная, а здесь 2, 4, 6, 8, 10, 11. Я отметила центральную петлю. Значит, следующий у меня 55 ряд. Первую петлю снимаем. Дальше вяжу все петельки лицевыми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. До центральной. Кромку сняла, 10 лицевых. Теперь от центральной начинаем вязание пяточки. Еще 1 лицевая. Это центральная петля. Затем 2 вместе лицевой с уклоном вправо. И 1 лицевая. Вот. Работу поворачиваем. С изнаночной стороны первую петлю снимаем. Ниточку вот так назад. Значит, вяжем теперь 2 лицевые. Лицевая 1 и лицевая 2. 2 вместе лицевой, слева направо 2 петельки, провязываем вместе лицевой петлей с уклоном вправо и 1 лицевая. Есть. Работу поворачиваем в лицевую сторону. Так, первую петлю снимаем, ниточку назад, 3 лицевые теперь, 1, центральная 2, следующая 3. 2 вместе лицевой. Слева направо 2 вместе лицевой провязываем. И 1 лицевая. Повернуть в изнаночную сторону. Первую снимаем. Ниточку назад. 4 лицевые. 1, 2, 3 и 4. 2 вместе лицевой. 1 лицевая. Работу поворачиваем. Так, в каждом следующем ряду мы провязываем на одну петельку, получается больше. Снять петлю. С лицевой стороны 5 лицевых. 1, 2, 3, 4 и 5.
2 вместе лицевой и следующую лицевой. Повернуть вязание, изнаночная сторона, снять первую петлю, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 вместе лицевой, 1 лицевая. Повернуть вязание. Так, следующий ряд. Первую снимаем, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, вот видите, еще немножко. Работу поворачиваем, на изнаночной стороне первую снимаем, 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 вместе лицевой, 1 лицевая, вот по 2 петельки с каждой стороны осталось. Так, с лицевой стороны первую снять 9 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 вместе лицевой, последняя кромка изнаночной. Так, довязали мы с одной стороны, работу поворачиваем. С изнаночной стороны первую снять 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Затем 2 вместе лицевой и кромку изнаночной. Так, всего должно у нас остаться 13 петелек. Проверяйте. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Вот. Вот это и есть наша треугольная пяточка. Вот так. Значит, маркер можно убрать. Хотя можете и оставить, ведь вам дальше подошву нужно будет мерить из этого места, где у вас был маркер. Так, в следующем ряду мы должны поднимать справа и слева петельки. Если мы здесь провязали 28 рядов, то должны половинку петелек, то есть на каждую кромку 14 кромок, 14 петель. Так, следующий ряд провязываем с лицевой стороны вот эти петельки, подбираем отсюда. Первую петлю снимаем, значит 12 лицевых провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, последнюю тоже вяжем лицевой, 12. Так, теперь вдоль стороны нам нужно поднять 14 петель. Значит, вот вся кромка, да, вот 1 стенка, 2 стенка. В каждой кромке по 2 стенки. Я поднимаю петли только за вот эту стенку, что ближе к лицевой стороне. Значит, вот так, стеночку подхватила, подняла петельку. 1, следующую. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, так, 13 и вот последние 14. Все, есть 14 петель. Работу поворачивайте. Дальше с изнаночной стороны первую снимаем, все вот эти провязываем лицевыми, поднимаем 14 с другой стороны. Так, нить перед вязанием, первую снять, нить за вязанием. Каждую следующую провязываю лицевой петлей. Значит, лицевыми я провязываю все вот эти петельки на спицах. 24, 25 и 26. Получается у меня здесь кромка 26 лицевых петель. Значит, поднять мне нужно вдоль вот этой стороны 14 петель. Вот это изнанка, вот это лицевая. То есть я поднимать должна вот эти стеночки. Вот, раз, 2, 3 и так дальше. Те стеночки, что ближе к лицевой стороне. Поднимаем тоже как лицевые. Так вот. С
завела спицу, подняла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 13 и 14. Вот так. Всего у меня получается сейчас на спицах 41 петелька. Вот. Значит, работу поворачиваете. Вот это, кстати, у нас лицевая сторона. Вот. Это была изнанка, помним. Значит, вяжем. Мы будем вязать платочным узором туда и назад лицевыми петлями. И каждый раз по одной петле в каждом лицевом ряду с каждой стороны убирать. Пока не получим то же количество петель, что и набирали. То есть, вот видите, вот сейчас мы вот здесь. Мы провязываем, убавляя лишние петельки. Вот с каждой стороны вот лишние петельки мы убавляем, чтобы получить снова из 41 назад свои 23 петли. Так, значит, первую петлю снимаем. И сразу же 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Слева направо 2 петельки вместе лицевой. Дальше каждую следующую я вяжу лицевыми петлями. Лицевыми провязываю до последних 3 петель. Так, вот с другой стороны осталось 3 петельки. Здесь убавку делаем в ту сторону, влево. Переснимаю 2 петли, поворачивая их правыми стенками назад. Вернуть обратно, провязать вместе лицевой за заднюю стенку и кромку изнаночной петлей. Так у нас вяжется ряд с лицевой стороны. Повернуть вязание с изнаночной стороны. Первую петельку снимаем. Каждую следующую провязываем лицевыми. Значит, без убавок с изнаночной стороны вяжем лицевыми до последней петли. Так, последняя будет кромка, выполняется изнаночной петлей. Так, последние 2 ряда вы повторяете, пока не получите свои 23 петельки. Снова с лицевой стороны снять первую. 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Вяжем лицевыми каждую петельку до последних 3 петель с другой стороны. Так, когда осталось 3 петли, провязываем 2 вместе лицевой с уклоном влево. Я пересняла их, повернув правыми стенками назад. Провязываю вместе лицевой за заднюю стенку. И кромку выполняю изнаночной петлей. Так, работу поворачиваем. На изнанке первую снять. Все петельки выполняем лицевыми. Вот лицевыми, без убавок. Вяжем до последней петли. Так, предпоследняя лицевая, кромку и изнаночной петлей. Все, так и продолжаете выполнять убавку. Значит, всего с каждой стороны мне пришлось убавить по 8 петель. Сейчас осталось 23 петельки. Значит, еще раз показываю вот пятку, треугольная пяточка. Вот так она будет выглядеть на ножке. Вот. Видите? Это одна из моих любимейших пяточек. Так, дальше начинаем вязать подошву. Вот здесь уже для каждого размера свое количество рядов и сантиметров. Значит, мы находимся вот здесь и вяжем платочным узором до начала пальчиков. Платочным узором туда и обратно, без убавок. Первую петлю снимаем, остальные все провязываем лицевыми. В конце каждого ряда кромку изнаночной. Так вяжется и с лицевой, и с изнаночной стороны. Вот я на изнанке. Снова первую снимаю. Остальные лицевыми. Последнюю буду вязать изнаночной. Значит, всю подошву вяжем платочным узором. Так, значит, сколько вязать полотно платочным узором? Значит, меряете длину своей стопы. Вот. 36 размер. Это длина стопы 22 сантиметра. Значит, дальше на калькуляторе. 22 сантиметра, вы отнимаете 10%, минус 10 и нажимаете проценты. Вот, 10% это на растяжение платочного узора. Итого у меня должна быть общая длина 20 сантиметров.
Также последние 3 сантиметра у нас уходят на пальчики. Минус 3. Итого до 17 сантиметров я должна довязать. Вот. Меряем от начала пяточки. Вот от этого угла. Вот поэтому я вот так сложила. И вот так меряю. Вот 17 сантиметров сейчас. Соответственно, значит, это на 36 размер 17 сантиметров. На 38 размер у вас должно быть здесь 18 сантиметров. И на 39 19 сантиметров соответственно. Вот. Так, дальше пальчики. Значит, как выполняем пальчики? Пальчики, так, с этой стороны, да, мы сначала убавляем петельки, затем с другой стороны будем прибавлять петельки. Вот, все очень просто. Так, так как я уже количество рядов не считала, кстати, вот здесь у меня 38 рубчиков. Вот это на всякий случай пересчитайте. Вот от угла, вот первый рубчик, 2, 3, 4 и так дальше. У меня 38 рубчиков, я это посчитала, чтобы 2 носочка точно было одинаковые. Вы тоже пересчитайте, чтобы второй вязался точности так же. Так, значит, с лицевой стороны первую петлю мы снимаем. Провязываем 2 петли вместе лицевой с уклоном вправо. Слева направо 2 петельки провязать вместе, стянуть хорошо. Остальные петли вяжем лицевыми. Значит, смотрите, мы вяжем все петельки лицевыми за переднюю стеночку до последних 3 петель, чтобы сделать убавку и с другой стороны. Так, с другой стороны провязываем 2 петельки вместе лицевой с уклоном уже влево. Переснять 2 петли, поверну правыми стенками назад, вернуть обратно и провязать вместе лицевой за заднюю стенку кромку изнаночной петлей. Вот так. Так вяжутся ряды с лицевой стороны. Развернуть вязание. Первые снимаем. С изнаночной стороны все петельки просто по рисунку. То есть все лицевыми до последней. Так, предпоследняя лицевая, кромка изнаночной петлей. Так вяжутся ряды с изнаночной стороны. Значит, вот эти два ряда вы повторяете, пока не останется примерно 11 петелек. Первую снимаем. Мы с лицевой стороны, значит, 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Дальше все лицевыми до последних 3 петель. Так, затем переснимаем 2 петли, возвращаем их обратно, провязываем вместе лицевой за заднюю стенку. Это 2 вместе лицевой с уклоном влево и кромку изнаночной петли. Видите, еще раз я убавила. С изнаночной стороны все петельки по рисунку. Значит, повторяйте так дальше, чтобы осталось всего 11 петелек у нас на пальчике. Значит, всего я провязала 12 рядов, видите? По 6 убавок с каждой стороны. Здесь осталось вот 11 петелек. Значит, общая длина у нас сейчас должна быть почти 20 сантиметров. Да, там 19,8 было. Ну, у нас так и есть 20 сантиметров. Значит, это на размер длины стопы 22. Смотрите, у нас будет вот так, натяжку. Должно быть полотно натяжку, это обязательно. Так, на остальные, соответственно, 21 и 22 сантиметра должна быть сейчас длина. Так, теперь вот это все мы связали, получается, подошву и пальчики. Начинаем вязать пальчики уже вверх стопы. Так. Теперь, каждый раз, когда мы будем довязывать, я по одной петельке буду добавлять с каждой стороны. Вы можете или довязать, поднять, или же изначально, давайте я и так покажу, хорошо, изначально поднять 6 петелек. Вот эту не трогаем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 с одной стороны, также 6 с другой стороны. Смотрите, вот вся кромка, мы подхватываем только арку, которая ближе с лицевой стороны. Вот здесь тоже 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это именно вот эти дополнительные петельки, которые нам нужны для пальчиков. Так, теперь с лицевой стороны первую снимаем. Значит, вот это у нас рабочая спица. Все петельки выполняем лицевыми. Вот каждую петлю я провязываю лицевой. Последнюю кромку тоже вяжу лицевой петлей. И затем одну петлю поднять. То есть забрать из вот этой дополнительной спицы одну петельку, одна лицевая. Так, поворачиваем.
на изнанке. Снять первую петлю. Нить завязания. Все петли я вяжу лицевыми. Вот каждую петельку вяжем лицевой петлей. Так, последнюю также провязываем лицевой петлей. И теперь одну с дополнительной спицы, но не как лицевую, а ее я провязываю как изнаночную. Это для того, чтобы красивее было с лицевой стороны поднятие наших петелек. Снова повернула в лицевую сторону. Так, первую снимаем. Все петельки выполняем лицевыми. Последнюю также лицевой. И одну поднимаем. Вот сразу следующую подхватываем, провязываем лицевой. Поворачиваем на изнанке. Первую петлю снимаем. Все петли провязываем лицевыми. Последнюю лицевой. И одну поднимаем как изнаночную. Вот так, с другой стороны. Значит, повторяйте вот эти два ряда, пока с каждой стороны не прибавите по 6 петелек. То есть, чтобы здесь было снова 23 петли. Те же 23 петли, что здесь и здесь. Прибавила я с каждой стороны по 6 петель. Вот такие пальчики теперь получила. Всего у меня на спицах снова 23 петли. Значит, смотрите, дальше мы должны вязать вот так все петельки. Одновременно последнюю провязывать вместе с петлей боковой. В другую сторону вяжем все, последнюю с петлей боковой вместе. Таким образом мы будем как бы сшивать вот этот сразу шов. Так, и одновременно добавлять рисунок. Для того, чтобы добавить вот этот рисунок, мне нужно прибавить 2 петельки. По одной петельке на каждое перекрещение я всегда добавляю. Итого следующий ряд прибавления. Значит, первую мы снимаем. Вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавляем петлю. Подхватить ниточку из протяжки. Одеть на левую спицу. Провязать лицевой за заднюю стеночку. 3 лицевые. 1, 2, 3. 3 изнаночных. 1, 2, 3. Снова 3 лицевые. 2, 3. Прибавляем вторую петельку, подхватываем ниточку из протяжки, одеть на левую спицу, провязать лицевой за заднюю стенку. Так, заканчиваем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Последнюю, вот я ее пока сниму, мы должны провязать с петлей из нашей кромки. Так, смотрите, можно снова вот так подхватить несколько кромок, как тогда, а можно просто крайнюю подхватываем, вот. Возвращаем вот эту, что мы сняли. Того у нас 2 петли на спицах. И провязать их как 2 вместе изнаночной петлей. Это с лицевой стороны я провязываю 2 вместе изнаночной. Всего у меня на спицах 25 петель с этими двумя прибавками. Работу поворачивайте. С изнаночной стороны первую петлю снять. Так, дальше вяжем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 3 изнаночных. 1, 2, 3. 3 лицевые. 1, 2, 3. Дальше 3 изнаночных. 1, 2, 3. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Значит, последнюю я тоже переснимаю. Подхватить боковую петлю, но не здесь, а с лицевой стороны. Вот. Вот с лицевой стороны боковая петля. Получается, это снято. Боковую петлю я провязываю лицевой и набрасываю снятую на провязанную. Это получается у меня 2 вместе лицевой с уклоном влево. Вот. Так. Повернуть вязание. Вот мы снова с лицевой стороны. Значит, теперь вяжем самым вот этим рисунком, самой схемкой. Первую снимаем.
Вяжем 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Дальше 3 изнаночных. 1, 2, 3. С другой стороны 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Последнюю переснимаем, подхватываем следующую боковую петлю, переднюю стеночку, вот, и провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Это у нас первый ряд нашей схемы. Работу поворачиваете. Второй ряд с изнаночной стороны. Снять первую петлю. Так, вяжем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше 3 изнаночных. 1, 2, 3. 3 лицевые. 2, 3. Снова 3 изнаночных. 1, 2, 3. И 10, так, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так как мы находимся с изнаночной стороны, мы петельку снимаем, подхватываем заднюю стенку следующей кромки, провязываем ее лицевой петлей и первую набросим на вторую. Вот, 2 вместе лицевой с уклоном влево получили. Так, работу поворачиваете. Значит, последние 2 ряда повторяйте всего 3 раза. Сейчас у меня 3 и 5 ряды будут вязаться как кромку снять, 10 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 изнаночных по центру, 1, 2, 3, 10 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И 2 вместе изнаночные. Переснимаем одну, подхватываем вторую. Так, и провязываем их как 2 вместе изнаночной петлей. Вот так. Значит, так вяжется 3-й. Затем 5-й ряды будете тоже так же вязать. 4-й и 6-й ряды на изнанке. Первую мы снимаем. Так, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 изнаночных. 1, 2, 3. 3 лицевые. 3 изнаночных. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, снять следующую как лицевую, подхватить кромку за заднюю стенку, провязать ее лицевой и снятую набросить на провязанную. То есть 2 вместе лицевой с уклоном влево. Так, значит, это у нас был 4-й ряд. 5-й и 6-й ряды. Быстренько повторите вот эти 2 ряда. Так, сняли петлю. Провязываем с лицевой стороны 10 лицевых, по центру 3 изнаночных, с другой стороны снова же провязываем 10 лицевых. Так, последнюю я переснимаю, чтобы подхватить следующую боковую и провязать ее с последней вместе изнаночной петлей. Так, 6-й ряд на изнанке, первую снимаем. Провязываем 7 лицевых, 3 изнаночных, 3 лицевые, 3 изнаночных, 7 лицевых. Так, снять петлю, следующую за заднюю стенку подхватить боковую петельку, провязать боковую лицевой, снятую набросить на провязанную, то есть 2 вместе лицевой с уклоном влево. Так, значит, 6 рядов у нас провязано по схемке. Так, следующий 7-й ряд.
В седьмом ряду будем делать перекрещение. Для перекрещения вам нужна будет вот такая дополнительная спица. Итак, седьмой ряд у нас с лицевой стороны. Первую петельку снимаем. Так, вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3 и 4. Дальше выполняем перекрещение 3 на 3 с уклоном вправо. На дополнительную спицу я снимаю 3 петли. И их оставляю сзади, за вязанием. С левой спицы вяжем 3 лицевые. Затем петельки, что мы оставили, вот, переношу в другой конец дополнительной спицы. И тоже их провязываю как 3 лицевые. 1, 2 и 3. Это перекрещение у нас 3 на 3 с уклоном вправо. По центру у нас 3 изнаночных. С другой стороны выполняем перекрещение 3 на 3 с уклоном влево. На дополнительную спицу я снимаю 3 петли. Их оставляю спереди, перед вязанием. С левой спицы вяжем 3 лицевые. Петельки с дополнительной спицы перенести в другой конец. И провязать тоже их как 3 лицевые. Вот. Значит, это у нас перекрещение 3 на 3 с уклоном влево. Вот, вправо ушло, влево. Так, заканчиваем. 4 лицевые, 2 вместе изнаночных. Переснять петлю, за переднюю стенку подхватить следующую кромку, вернуть обратно и провязать 2 вместе изнаночной петлей. Так, вот это у нас получается 7-й ряд. И 8-й ряд на изнанке. Первую петлю снимаем. 7 петель вяжем лицевыми. Так, 1, 2, 3, 4. Так, 5, 6 и 7. Затем 3 изнаночных. 1, 2, 3. 3 лицевые. 1, 2, 3. 3 изнаночных. 1, 2, 3. Так, 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Последнюю переснимаем, подхватываем за заднюю стенку следующую кромку. Вот, провязать ее лицевой и снятую набросить на провязанную. Вот так. Данные 8 рядов – это наш вертикальный раппорт рисунка. Снова первые 6 ряды вы провязываете здесь лицевым по центру 3 изнаночных. Из них платочная вязка по 3 просто лицевыми. И в каждом 7 ряду перекрещение. 8 ряд просто по рисунку. Значит, повторяйте с первого. Вот, не вот этот, где прибавки были, а вот этот ряд первый. По 8 ряды. Так вот, я снова провязала первые 6 ряды. То есть у нас вот сверху в предыдущей косичке должно быть 4 рубчика. Видите? Теперь делаем перекрещение. Каждый 7 ряд. Первый снимаем. Вяжем 4 лицевые. 3, 4. Перекрещение с дополнительной спицы на дополнительную спицу. Снимаем 3 петельки. Их оставляем за вязанием сзади. С левой спицы 3 лицевые. С дополнительной спицы, вот петельки наши, переносим в другой конец. И тоже их провязываем как 3 лицевые. Это перекрещение с уклоном вправо. Видите, 1 и теперь сверху 2. Так, по центру 3 изнаночных. 1, 2, 3. Перекрещение выполняем с уклоном влево. Так, на дополнительную спицу снять 3 петли, оставить их перед вязанием. С левой спицы вяжем 3 лицевые. Петли с дополнительной спицы переносим в другой конец. Провязываем тоже их 3 лицевые. Так, это у нас перекрещение 3 на 3 с уклоном влево. Ну и довязываем 4 лицевые и 2 вместе изнаночные. 1, 2 я подхватываю и провязываю вместе изнаночной петлей.
Каждый восьмой ряд возвращаемся обратно снова по рисунку. Где над вот каждой половинкой, то есть вот эти три становятся лицевой гладью, а вот эти три уже снова платочным узором. Значит, таким образом вы повторяете. У меня получилось 7 раз. Так, значит, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 раз я вот это все провязала. Вот как раз до угла, получается, довязала. Дальше в следующем ряду будем делать убавление. То есть, помните, мы здесь прибавили 2 петельки, теперь будем их убавлять. Значит, следующий ряд с лицевой стороны первую снимаю. Каждую петельку я вяжу лицевой, значит, убавка, ну, где-то вот сюда по центру. Значит, 1 лицевая, 2, 3, 4, 5, 6. 6 лицевых, 2 вместе лицевой с уклоном вправо. 2 лицевые, 3 изнаночных, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с уклоном влево. Переснимаю 2 петли, поворачиваю правым стенком назад, провязываю вместе лицевой за заднюю стеночку. Так и заканчиваем 6 лицевых. 3, 4, 5, 6, 2 вместе изнаночные. Вот здесь как раз из угла я должна подхватить петельку, провязать вместе изнаночной петлей. Так, работу разворачиваем. Снять первую петлю. Так, и все петельки выполняем лицевыми. Значит, у нас здесь снова получается 23 петель. Так, последнюю снимаю, подхватываю петельку от угла, провязываю ее лицевой, снятую набросить на провязанную. Все. Есть 23 петли. Вот здесь я сделала такой, получается, рубчик над нашими косичками. Таким образом заканчиваю их. Значит, смотрите, дальше мы будем вязать резиночкой 1 на 1, так как ранее. Одновременно соединяя. Только соединять теперь будем с лицевой стороны 2 вместе лицевой, с изнаночной 2 вместе изнаночной. Чтобы вот здесь у нас идет изнаночная, видите, петелька соединения. То есть вот лицевая получается на изнанке. Теперь мы лицевую на лицевую сторону отправляем. Значит, первую петлю снимаем. Резинка у нас начиналась с одной изнаночной, одна лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная и лицевая, я провязываю все петельки до последней. Предпоследняя, изнаночная, последняя должна быть лицевая. Мы ее снимать будем. Следующую вот от кромки крайнюю стеночку подхватить. Провязываю ее лицевой и первую набросить на вторую. То есть с лицевой стороны я уже делаю убавление как лицевой. Повернуть в изнаночную сторону. Снимаем первую петлю. Вяжем узор резинки. Одна лицевая, одна изнаночная. Лицевая, изнаночная. Выполняем до последней петли. Так, предпоследняя лицевая. Последняя теперь будет вязаться как изнаночная. Переснимаю ее, подхватываю. Так, смотрите, мы с изнаночной стороны. Мне нужно вот так подхватить стенку, которая ближе идет с лицевой стороны. Вот, и провязать 2 вместе изнаночной петлей. То есть уже наоборот. И так и повторяйте. Вот мы уже вяжем резинкой, пока полностью все петельки с каждого края не будут закрыты у нас. Значит, вот я резиночкой довязала, пока у меня не закончились с каждой стороны петельки. Теперь будем петли закрывать. Итак, закрывать петли будем также резинкой. Снимаем первую петлю. Вторую провязываем по рисунку. Она у нас изнаночная, провязали изнаночной. Теперь первую набросить на вторую. Следующая по рисунку лицевая. Провязываем ее лицевой, первую набросить на вторую. И так повторяем. Одна изнаночная, первую перебросить через вторую. Вторая лицевая, первую перебросить через вторую. Так вы чередуете одна изнаночная, закрывая каждый раз петельку, одна лицевая до конца. Так вот, последнюю провязываю лицевой, первую набрасываем на вторую. Вот закрыты все петли. Так, нить отрезаем, оставляем небольшой хвостик. И с помощью крючка будем заправлять. Смотрите, вот раз, соединяю с петелькой кромкой с другой стороны. Вот, два.
Отправляю все в изнаночную сторону. Так, с изнаночной стороны конец нити прячем между петельками, вот так. Можно сразу крючком вот так несколько раз завести под нити и тогда протянуть конец. Так, остаток обрезаем. И также будем прятать вторую, вот эту ниточку от наборного края. Готовый полностью у меня носочек. Вот. Пяточка, подошва, без шва совсем. Раз, два. И теперь нужно взвесить только, сколько у нас грамм ушло на два моточка. 85 грамм примерно нужно пряжи. Так, всем большое спасибо, с вами была Катерина Мушина, это канал Школы Вязания Наша Пряжа. Всем большое спасибо за лайки, утепляйте свои ножки, всем вам хорошего настроения и прекрасной погоды. До новых встреч!